И всем привет, с вами, как обычно, я, Сильвер. И сегодня мы разберем все наклейки из пасса Space Vision, а точнее, сколько они будут стоить. А перед началом ролика подпишись и поставь лайк. А мы начинаем. И начнем разбирать наклейки. И первая на очереди — это рарная наклейка Space Vision. При выходе на рынок она будет стоить примерно 8-10 голды. А потом при стабилизации рынка будет стоить около 10-15 голды. Следующая наклейка — Void Hound. И честно, от легендарной наклейки они, по моему мнению, вообще не отличаются. И при выходе на рынок будет стоить примерно 10-12 голды. А когда стабилизируется цена на рынке — 12-15 голды. Что ж, мы закончили рарные наклейки и переходим к эпическим. И встречает нас наклейка Balayed Color. И это, как по мне, уже очень даже неплохая наклейка, которая будет хорошо пользоваться спросом. Да и в принципе она будет хорошо сочетаться с многими скинами. И настало время ее цены. При выходе на рынок она будет стоить 15-17 голды. А при стабилизации рынка примерно 20 голды. И завершающая эпическая наклейка — Hardcore Color. И вот это уже очень красиво выглядит. И тут цена уже будет неплохо гулять. Но примерно при выходе эта наклейка будет стоить в районе 17-20 голды. А при стабилизации примерно 20-35 голды. В этом пасе только одна легендарная наклейка — Void Hound Color. Эта наклейка, как по мне, такая копирка рарки. Сорян, но ничего больше я сказать не могу. Она будет в диапазоне от 20 до 23, а потом от 25 до 50 голды. Что ж, вот мы и подобрались к последней аркановой наклейке — Bubblegum Space Color. Как вы знаете, у нас уже есть скин на Bubblegum на М4А1. Ну а сама наклейка просто имба. При выходе на рынок будет стоить примерно от 250 голды до 300. Но при стабилизации рынка будет стоить от 300 голды до 600 голды. Вот мы и закончили с наклейками. Попрошу тебя поставить лайк и подписаться на этот канал. А всем удачи и всем пока!